Я была приятно удивлена. У ваших девушек и женщин столько вдохновения, столько знаний в IT-области. Мне приятно, что мы не одни, что казахстанские женщины готовы работать и вносить свой вклад в сферу IT и науки. Мы здесь для того, чтобы развить их навыки для будущей карьеры. Даже если работа не находится в Казахстане, это не имеет значения. Если они готовы работать в другой стране, то почему бы и нет? Нужно только хорошо знать свое дело, свою специальность. Я уверена, они могут найти работу в любой точке мира.